Привет, друзья! По многочисленным просьбам я решил записать пошаговую инструкцию, как подключить такие платежные системы, как PayPal Business и Stripe, а также как зарегистрировать компанию в США и получить номер EIN для того, чтобы активировать свой аккаунт в Stripe. Итак, давайте начнем. Вот здесь вот ссылка, я вам ее прикреплю. Здесь указаны страны, где PayPal работает. Он работает в 202 странах. Так, мы переходим в PayPal. PayPal.com. Заходим вот на Sign Up. Здесь выбираем именно бизнес-аккаунт. Вам нужен корпоративный аккаунт, чтобы начать торговать на Shopify. Нажимаем на Continue. Так, здесь вы указываете email, адрес, тот email, который вы регистрировали на Shopify. Здесь придумываете пароль. Нажимаем continue. Так, нужно добавить знак. Continue. Так, здесь свое имя, фамилию. Здесь вы пишете свой business details. Пишите, как в документах указано ваше название фирмы. Так, я здесь напишу, так, для примера, у меня уже зарегистрирован на мой LLC, который открыт в Америке. Здесь вы пишете свой номер. Дальше, так, давайте сейчас укажу. Так, здесь postal code, допустим. Здесь ставите галочку, потом agree and continue. Так, здесь выбираете вид вашего юрлица. Если у вас ИП, выбираете вот individual. Дальше здесь пишите товар, который вы продаете. Допустим, если closing, так, нет, если toy, игрушки, так, выбираем это. И здесь пишите URL, адрес. Нажимаем continue. Так, здесь заполняете данные. Ну, в принципе, здесь все понятно. Дату, месяц рождения, потом здесь выбираете документ, выбираете паспорт, здесь паспорт, и вводите номер своего паспорта. Дальше пишите свой адрес проживания, либо можете поставить здесь галочку, и будет указан ваш адрес, который вы указывали своего юрлица. Потом здесь нажимаете Submit, и у вас зарегистрируется ваш PayPal адрес. Так, теперь давайте я вам покажу, как регистрировать компанию в США для того, чтобы зарегистрировать платежную систему Stripe. Заходите на адрес delawareinc.com. Я вам ссылку эту тоже приложу. Здесь выбираете Form LLC. Так, здесь вы заполняете данные, также имя, так, фамилию, свой email адрес. Можете указать тот, который вы регистрировали на Shopify. Так, здесь далее указывайте International Phone Number. Здесь указывайте свой номер. Так, я... Так, от фонаря указал. Так, Skype не обязательно. Company Type можете указать вот Delaware LLC. Здесь придумывайте название вашей компании.
Нажимаем Save and Continue. Так, здесь можете указать адрес вашего проживания. Так, это мой нереальный адрес. Я его так просто придумал. Здесь пишите город и страна. То есть вы указываете ваше действительное место проживания. Так, у меня Казахстан. Так, shipping адрес. Можете указать галочку same. И здесь тоже same. Нажимаем save and continue. А здесь вы уже выбираете пакет, который вы будете регистрировать. Вот, выбираете вот эту зеленую, $179. Ваши документы на компанию будут готовы в течение 3 и 5 рабочих дней. Так, выбирайте вот этот пакет зеленый, нажимайте на нее, потом Save and Continue. Так, здесь вы выбираете, сколько будет членов вашей компании. Так, здесь вы можете выбрать один и указать только себя. Здесь пишите свое имя. Потом нажимаем Save and Continue. Если вы хотите заказать ваш номер EIN, здесь выбирайте Federal Tax ID. Эта услуга будет стоить $95. Они зарегистрируют ваш номер в течение 20 рабочих дней. Либо вы можете попробовать получить его сами бесплатно. Если вы сможете получить его сами, здесь тогда просто ставите No Thanks и оплачиваете только $179 за вашу компанию. EIN вы сможете получить после того, как вы зарегистрируете компанию. Как придут документы на вашу компанию? Вам нужно будет заполнить вот эту форму SS4 в описании под видео. Я вставлю ссылку, где вы сможете скачать эту форму. Дальше вы позвоните по вот этому номеру в США и попросите их зарегистрировать ваш номер EIN. Вначале они вас попросят скинуть вашу форму SS4 по факсу либо по e-mail, но вы можете их попросить зарегистрировать вас по телефону. Вы просто продиктуете все данные, которые указаны в вашей форме. Так, вот здесь вот далее. Если вы сами зарегистрируете ваш номер EIN, тогда вы не ставите здесь галочку. А если вы хотите получить все эти документы вместе с компанией, то ставите галочку Federal Tax ID и оплачиваете дополнительные $95. Здесь нажимаете Save and Continue. И далее вы проверяете все названия, которые вы указали, все данные вы перепроверяете, чтобы не было никаких ошибок, иначе вы не сможете это поменять. Либо вам нужно будет оплачивать дополнительные фи, чтобы поменять эти данные. Вот. Лучше полностью перепроверьте все свои данные. Потом нажимаете вот здесь вот. Если хотите получать от них новости, то можете нажать здесь галочку. Так, нажимаем Save and to next page. Теперь здесь этап оплаты. Здесь вы оплачиваете сумму $179, оплачиваете и все, и ожидаете. Вам в течение 3 и 5 рабочих дней на e-mail придут документы с вашей компанией. Далее вы, если будете сами регистрировать EIN, то после регистрации компании, как я вам сказал, заполняете эту форму. Далее, когда вы получите номер ваш EIN, вы заходите в Stripe. Stripe.com.
Далее здесь нажимайте Sign in и регистрируйте свой аккаунт в Stripe. Сейчас я вам покажу, как я регистрировал свой аккаунт. Вот здесь в самом нижнем, в нижней части указывайте Sign up. Здесь пишите свой адрес, так, ваше имя. Придумываете пароль. Так, здесь ставите галочку и нажимаете Create Account. Так вот, мы зарегистрировали аккаунт в Stripe. Когда вы получите документы, вы нажимаете на сначала на Verify Your Email. Так вот, сейчас переходим в наш email. Итак, мы заверифицировали свой email. После верификации email вы нажимаете на Activate Your Stripe Account. Дальше нажимаете на Start Now. Так, после этого вы выбираете United States, там, где зарегистрирована ваша компания. Здесь вы пишете тот адрес, который будет указан в ваших документах. Так, в моем случае я здесь просто указываю липовый адрес, чтобы показать вам, как зарегистрировать. Так, здесь вот выбираете Type of Business, здесь выбираете Limited Liability Company. Дальше нажимаете Next. Legal Business Name. Так, допустим. Здесь вы пишете свой EIN, который вы получите. Так, допустим, вот так. Здесь вы ничего не указываете. Так, здесь остается тот же адрес, который вы регистрировали. Итак, вот здесь вот нужно будет указать ваш номер телефона. Номер телефона вы можете приобрести на сайте sonytel.com. Он здесь стоит где-то примерно около 4 баксов. Таких сервисов в интернете много. Пишите просто Virtual Number USA. Здесь вот выходят эти сервисы. Так, вы приобретаете виртуальный номер США и сюда его вписываете. Так, допустим, вот так. Здесь выбираете так, ваш тип деятельности. Допустим, Clothing and Accessories. Здесь обязательно указываете ваш веб-сайт. Здесь пишите description. Полностью пишите ваш description. Допустим, we sell physical. Так, еще важный момент. Чтобы Stripe заверифицировал ваш веб-сайт, на вашем веб-сайте должны быть все правила вашего магазина. То есть privacy policy, refund policy и так далее. А также должны быть обязательно contact information, ваши контакты для службы поддержки ваших клиентов и информация about us, а также информация о доставке товара. Дальше здесь нажимаем next. Здесь пишите обратно ваши данные. Указывайте адрес почты. Здесь ваш job title. Если вы регистрировали компанию на себя, указывайте CEO. Здесь дату рождения. Так, это не моя дата рождения. Я указываю так, просто так. Итак, здесь home address. Где home address, вы указываете PO Box, который вы приобретете по адресу Anytime Mailbox. Так вот, зайду на главное меню. Здесь вы выбираете Locations и выбираете любой штат, который вам
захочется. Допустим, штат Алабама. Здесь покупайте любой адрес. Можете выбрать дешевый за 6 долларов. Разницы нет. Вот, приобретайте и указывайте адрес тот, который указан здесь. Вот, допустим, вот этот адрес. Вот сразу вышло. Итак, вот здесь вот идет, нужно указать последние 4 цифры вашего Social Security Number, номер социального страхования. Как таковой, этого номера у вас нет. Либо если вы работали в США, либо если у вас есть этот номер, то указывайте последние 4 цифры. Если у вас нет Social Security Number, то указывайте последние 4 цифры вашего номера EIN. Допустим, у вас номер там 1303. После того, как вы указали номер, последние 4 цифры вашего номера EIN, вам следует, после того, как вы пройдете всю процедуру регистрации в Stripe, написать в службу поддержки Stripe. Итак, вы пишете то, что вы территориально находитесь не в Соединенных Штатах, но у вас есть компания, зарегистрированная в США, и номер EIN. И вы напишите то, что вместо Social Security Number вы указали последние 4 цифры EIN. Так, переходим дальше. Next. Здесь Business Ownership. Здесь вы можете добавить вашего акционера, если у вас будут. Так, если нет, то дальше жмем. Здесь заполняете. Do you ship the product yourself? Отправляете ли вы товары сами? Вы дропшиппер, здесь ставите no. Так, how long after paying will your customer typically receive their goods? Здесь выбирайте, ну, в среднем 2 недели будет доставляться. Дальше next. Итак, здесь данные вы оставляете, указываете next. Итак, банк details. Здесь вам нужно будет указать банковские реквизиты именно банка Соединенных Штатов Америки, но вы, не находясь физически там, вы не сможете открыть свой банковский счет, но есть способ, вы можете открыть аккаунт в Payoneer. Вы регистрируетесь в этой платежной системе. Здесь очень простой этап регистрации. Вводите все свои данные. Далее у вас запросят паспорт либо удостоверение личности. И дальше вам аккаунт заактивируют. После того, как вы зарегистрируетесь, вы заходите в личный кабинет, заходите в раздел «Получение» и заходите в раздел «Global Payment Service». Здесь указаны ваши реквизиты. Вот. USD. Заходите сюда, и здесь есть все данные. Дальше вы копируете эти данные, заходите в Stripe, вставляете эти данные. Вставляете, потом нажимаете Next. Итак, все. Дальше нажимаете Next. Потом пройдете Two-Step Authentication. Там скачаете приложение на телефон. Установите пароль. Вот, и на этом все. Регистрация в Stripe будет завершена. После этого, как я вам говорил, вы пишете в службу поддержки по поводу вашего Social Security Number, если у вас нет, о том, что вы указали последние 4 цифры EIN, в связи с тем, что вы территориально находитесь не в США, но у вас есть компания в США. Дальше они могут запросить у вас документы. Скорее всего, они его и запросят по почте. Вы это все отправите. Вот. Там еще какой-то момент нужно будет прождать, пока вы пройдете верификацию от Stripe. Еще один момент хотел вам рассказать про Stripe. В первые периоды, когда вы будете получать платежи от Stripe, у вас будет задержка примерно, может быть, на неделю. Здесь у вас также будет нарабатываться история по истечению какого-то времени. Это, скорее всего, месяц, 2 месяца, когда вы
наработаете свою историю, платежи будут садиться уже на следующий день. Далее, после того, как вы зарегистрируете платежные системы Stripe и PayPal, либо просто PayPal, вот, для начала я вам рекомендую использовать PayPal, если вы не готовы сразу регистрировать Stripe. Рекомендую вам сначала поработать с PayPal. Вы можете смело торговать в Соединенных Штатах. Вот. Будете получать заказы. Когда наработаете какой-либо оборот, уже можете регистрировать свою компанию. Также хочу сообщить то, что сейчас IRS находится на карантине. Вам нужно будет дождаться, когда IRS начнет полноценно функционировать, и тогда вы сможете подавать документы, точнее отправить форму, либо позвонить для получения EIN. На этом у нас все. В этом выпуске я вам показал, как пошагово подключить платежные системы PayPal и Stripe, как зарегистрировать компанию. Пожалуйста, пишите комментарии, если что вам непонятно. Пожалуйста, поставьте лайки. Спасибо за внимание.